вот торжественно выбрасываю следы нашей наивности. Покупали это в 2000-х годах, в начале 2000-х, вот такую штучку. Я думаю, у вас было такое дома, да? Ритона, так называемая, машинка для стирки белья. Мы с мамочкой купили, нам предложили на рынке. И положили в колготки в детские. Вот ребенок маленький был, колготки были. И ждали результата. Вот самое смешное, что когда эту коробочку вскрыли мы потом, да? Я не знаю, как эта вообще система работала. Там ни одного проводка соединяющего, не знаю. Вот тут горел просто красный огонек вначале, поначалу, потом он перестал гореть. Вообще какая-то полная ерунда. Вот сейчас много таких машинок предлагают, всяких разных там приборчиков для ручек, для ножек. У моей тетушки много было, она вот покупала, Царство Небесное. Ну, нам хватило одной вот такой машинки на всю оставшуюся жизнь. Я вот запомнила, говорю, как могут людей дурачить. Так что вот выкидываем. Нашла, убирала дома, порядок наводила. Я говорю, господи, хранили как память о нашей наивности. Думаю, оставить. Ну, зачем все собирать, да? Она уже пожелтела от времени. Просто лежала как напоминание, что не будьте дураками, люди.